Что? Ты мой нос. Это персик. Я персик. Ой. Ты такая красивая штучка. Ты так вкусно ешь. Привет, друзья, с вами я, Алисия, и вы на канале Алисия Пикчерс. Сегодня у нас Квиши Челлендж. Это мой брат Томми. Привет. Не будем тянуть время, потому что все знают уже этот челлендж. И поехали! Ну что, будем меняться? Да. Лимон. Дай мне лимон. Да. Я обожаю лимон. А я тогда твой с Квиши. Он такой мягкий. Да. Смотрите. Настоящий Сквиши. Обожаю лимон. Он очень мягкий. Но пахнет почему-то не лимоном. Да, но он вкусно пахнет. Понюхали все. Пахнет как какой-то какао. Нет, какой-то кекс. Ну да. Давай в этот раз сменяться не будем. Окей. Раз, два, три. О! Это вообще не Сквиши! Это Сквиши! Нет! Очень был похож на настоящий. Я вообще его хотела съесть. Раз, два, три. Нет, я так и знаю. Настоящая пицца. И пицца Сквиши. Он пахнет каким-то тестом или что? Хочешь попробовать? Вкусная. А я пока эту поем. Ну, то есть, пожмякай. Поехали дальше. Давай. И открываем. Но он очень мягкий. Они вообще отличаются. Это персик, это... Это пока что он самый персик. Пока что он самый мягкий. Он очень мягкий. Невозможно от него оторваться. Он такой залипательный. Он так вкусно пахнет. Этот Сквиши мне пока нравится больше всего. Алисия, сейчас ты открываешь, а ты, Томми, нет. Давай так поиграем. Мне уже интересно. Сейчас очень хитрый Сквиши. Виноград! Ты догадался? Да. Томми догадался. А ты, Алисенька, не догадалась? Нет. Ты представляешь, какой ты Томми молодец? То, что я понял, смотри, вот так выглядит, как будто бы вот виноград. Ну, как вам ваши Сквиши? Очень круто. Виноград тоже вкусный. Меняйся. Раз, два, три. А можно понюхать? Ну, настоящий. У меня есть Сквиши. Вот это настоящая, ну, то есть еда, а это Сквиши. Вау, он реально похож. Даже вот это чувствуется, как настоящий пончик. Это очень вкусно. А этот Сквиши очень похож на настоящий. Мне уже не терпится посмотреть, что в следующем. Меняемся. Давай в этот раз нет. Окей. Раз, два, три. Бургер. Ну, пахнет, как и все остальные. А это пахнет бургером. Логично. Не правда ли? Это его приятель. Да, не приятель, а съем его. Ну что, классный Сквиши? Да, он очень миленький, но это очень вкусно. Давай поменяемся. Меняемся. Раз, два, три. У меня Сквиши. Томми, у тебя тоже картошка мнется? Ой. Ой, какая она миленькая. Тут нет буквы М. Очень классная Сквиши кавайная картошечка. Она очень миленькая. Итак, давайте берем наши баранчики. Раз, два, три. Ты не буду оттуда пить. А я буду. Да как, вспомнила? Я не помню, как я это пил. О, очень мягкая. Не меняемся. А теперь я делаю. А знаешь почему? Потому что не помещается. Ты только посмотри, что у тебя. Это не просто молоко. Это миндальные орешки и кокос. Он тоже кавайный. О, у него два лица. Вот тут и тут. Спасибо. А мне? Ужасно. Это полезное, но не вкусно. Это милашка. А молоко ужасное. Раз, два, три. Я так и хотел вот это. Это прям Сквиши, понимаете? А здесь у нас что? А здесь настоящие со сливками.
следующее. Раз, два, три. Вот какой он гладкий. А у меня арбуз. Настоящий арбуз. Только, наверное, он не такой сочный, потому что сейчас уже осень. Попробуем. Вот. Невкусный какой-то. Очень гладкий, очень милый, похож на арбуз. У него даже есть корочка. Этот арбуз вообще пахнет, как будто бы очень много духов на него набрызгали. Но у него очень милая личика. Что? У меня будет лягушка! О боже. Она там прыгает сейчас. У меня жаба. О боже, я боюсь, что у Томми настоящая лягушка. Она что, у тебя мнется? Да. Раз. Настоящая лягушка! Там настоящая лягушка, что ли? Подожди. О боже! Мама! Я боюсь, что она сейчас выпрыгнет. Она двигается, боже. Ей мало места, да? У нас будет сейчас животное. Он сейчас выпрыгнет. Как мы его назовем? Федя? Как от нее она будет у нас жить? И она будет там хрюкать. Это был отличный челлендж. У нас теперь очень много сквишесов есть и есть чем заняться. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, на мой инстаграм и на канал моих сестер. Всем пока! Надо кем-то показать лягушку.